Буддист Кыргызстан, Дух Божий с тобой, доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами, да благословит вас Бог обильно. Сегодня понедельник, первый день августа, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас попросим у Него защиту, направление и верим, что сегодняшний день будет успешным для нас. Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, и мы хотим благодарить, мой Бог, Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за силу, за семью, которую Ты подарил нам, за Твою заботу о нас. Спасибо, Господь, Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы за все благодарим во имя Иисуса Христа. Мой Господь, благослови сегодняшний день. Направь, мой Бог, нас, чтобы мы могли исполнять Твою волю, чтобы мы могли делать все, что Тебе угодно. Дай нам силу, чтобы мы не поддавались искушениям, негативным мыслям, но чтобы мы могли противостоять всему негативному и действовать по вере во имя Господа Иисуса. Мой Бог, поставь сильных ангелов вокруг нас и защити нас, защити от вари, от, мой Бог, зависти, проклятия, негативных слов, от всякого плана зла. Защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Мы отдаем, Господь, нашу жизнь Тебе. Во имя Господа Иисуса, мой Бог, я молю сейчас за тех, кто собирается поехать на работу, за тех, кто поедет в город по делам, также за тех, кто останется дома. Пусть, мой Бог, этот день будет для нас благословенным днем. Во имя Господа Иисуса. Мы молимся, мой Бог, также за нашу страну. Мы каждый день молимся за Кыргызстан. В Твоем Слове написано: блажен народ, у которого Господь есть Бог. Да, мой Бог, благослови нашу землю, благослови, мой Бог, нашу страну. Мы провозглашаем, что наша страна будет развиваться, Кыргызстан будет процветать, наша, мой Бог, страна будет прорываться для славы Твоей. Мы молимся за каждого жителя, мы молимся за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть, дай им мудрость, чтобы они могли успешно управлять нашей страной. Мы благословляем нашу землю во имя Господа Иисуса Христа. Мы молимся также за другие страны бывшего Советского Союза, особенно за мир между Россией и Украиной. Господь, защити Твой народ во всем мире. Это наша молитва Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь сейчас со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, будьте уверены в том, что наша молитва была услышана
Господом, и Он уже благословляет сегодняшний день. Аминь? Я хочу передать вам направление о том, что написано в Слове Божьем на сегодняшний день. Это книга Иисуса Навина, 10 глава, с 12 стиха. Вот что написано в Слове Божьем. Иисус, это Иисус Навин, да? Не Господь Иисус, а Иисус Навин. Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амареи в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побыты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред израилитянами вот молитву, которую совершил Иисус Навин. Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Айалонскою, и остановилась солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Дорогие друзья, пришлось Иисусу Навину поступать по вере, потому что Бог сказал ему: «Я буду с тобой, как я был с Моисеем, я буду с тобой». И ему пришлось тогда использовать эту власть, эту силу, которую Бог он дал ему. И действительно, как он провозгласил, так и произошло. Дорогие друзья, именно так нам нужно поступать, когда у нас появляются проблемы, когда возникают вопросы, которые мы не можем решить своими силами. Что нам нужно делать? Нам нужно обратиться к Богу и провозгласить то, в чем мы нуждаемся. В то время не было света, не было лампочки. И, конечно, было бы очень трудно, если бы народ Израиля продолжал сражаться в темноте. Что Иисус Навин сделал? Провозгласил. И то, что Он сказал, произошло, потому что Он поверил. Дорогие друзья, поверите. Если сегодня там на работе, куда бы вы ни поехали, у вас появится какой-то вопрос, используйте свою веру, власть, которую Бог дал вам, и провозглашайте. Бог, Он даст вам победу. Это слово для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра по бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами. И ваши комментарии добавьте, пожалуйста, вот эту фразу, напишите, пожалуйста, именно вот так. И я буду использовать власть, которую Бог дал мне. И я верю, что у меня будет прорыв. Аминь? Дорогие друзья, мы ждем вас сегодня на Конгрессе Успеха в 10 утра, в 15:00, в 18:30. Принесите, пожалуйста, инструменты работы, чтобы мы помазали и будем провозглашать, что в этом месяце двери, которые были закрыты перед вами, откроются. Аминь? Хорошего вам дня. Пусть Бог благословит вас обильно. Идем вперед. Я так долго ждал, но теперь пришел.